Всем привет, ребята! Вот я снимаю новый ролик. Вот, смотрите, там у меня Яндекс Густой. И достаю. Обзор у меня такой на нее. Вот, короче, смотрите. Вот она такой красавица. Что у нее есть? Функция какая? Вот открывается багажник. Ой. Вот просто надо сверху открывать, блин. Тихо. Ладно. Спасибо за поездку. Вот она в очередь дает. Вот еще двери открываются здесь все. Вот это. Капот открывается. Ой, давай. Вот смотрите. Спереди, блин. Ну что, всегда у меня машина это застревает. Вот, смотрите. Вы подъедущие. Видите? Там моторчик неплохой такой, блин. Сейчас, что у меня еще там? Что у меня еще функция-то? Вот. Такой. Машинка умеет ездить. Назад и вперед, смотрите. Сейчас. Видите, прототип? Видите, вон колесо двигается. Вот, тормози, давай, тормози! Все. Смотрите, вот еще сверху такой багажник неплохой даже. Ну как он называется, блин, я забыла. Ладно. Почему-то вот такие странные вот зеркала, если вы видите вон. Видите? Такие. С той стороны такие же. Давайте сейчас покажу. Вот, смотрите. Вон написано Яндекс Гоу, сейчас вам покажу. Вон, видите, Яндекс Гоу такси. И там тоже так же. Видите? Яндекс Гоу. Звоните. Вот в этот. Короче, Яндекс Гоу. Сейчас я вам покажу машину. Вот, смотрите, она... Так, вот ездит там. Короче, вот она. Вот, смотрите, вот здесь что тоже что-то есть. Вот здесь вот это вот есть штуковина, блин. Блин, вот это вот. Что еще есть? В боку вот такие шашечки есть. Вон, вот они. Не могу вам показать. Давайте другой рукой покажу. Вот это вот шашечка, видите? Ну, скажу. Вот здесь тоже все такое же. Видите? Вот. Такая же. Колеса, вот смотрите, вот, смотрите. Такие неплохие. Здесь тоже вот. Вот стекла такие тоже неплохие. Давайте посмотрим сиденье, конечно. Сейчас открою. Спасибо за поездку. Вон. Вот. Вот двери, салон. Такой тоже неплохой. Вот оно. Сейчас вон, видите? Там салон, вот такой салончик неплохой. Что я вам показываю? Еще раз покажу багажник. Вот, смотрите. Вот он вот такой вот. Закроем сейчас багажник. Оп. Фарки такие за ней неплохие тоже. Вот, видите? Вон они стоят такие кратенькие. Вот, видите? И вон еще тоже. А спереди стоят у нас, короче, не такие же. Фары вот они такие. Смотрите, вон. Вот. Сейчас открою капот, покажу вам этот мотор. Вот, короче, то, что у него все есть там в капоте. Посмотрите, вот я вам приблизил, что-то видите вы.
А дальше ничего не видно. Если я только посмотрю. Надо как-то так. Надо показать. Так вот, все под капотом. Вот капот сам на чем держится. Видимо, на таких штучках. Что еще? Есть антенна. Сейчас покажу. Просто ее там не стоит. Вон. Видите? Видите, там это не стоит. Антенна вон. Вот, короче, антенна не стоит. Ну, вот эта вот штучка от нее стоит. Короче, вот. Вот колесики я еще раз вам показываю. Что еще у нее есть? Что? Вот этот багажник вон. Видите? Вот этот вот. Вот он черный. Кстати, и сзади есть стекошки. Вот они. Блин, рука не достает. Ну, где же? Вот, видите? Такие зеркала. Машина неплохая. Яндекс.Гоу. Такси. Давайте прокатим ее. Багажник открывается. Кто зашел сейчас на это видео, сейчас прям ее уже смотрели. Просто вот смотрите, я багажник вам показываю. Там, кстати, есть, вы не видели, наверное, дворники. Вон. Видите? Такие стоят черненькие. Спереди такие же большие, только вон. Видите? Большие такие стоят. И вот сейчас покажу, что там и сзади. Сиденья, как в обычных таких машинах. Скажу то, что у меня нет такой машины, короче. Я скажу то, что практически посмотреть на машину можно в магазине. Найдете везде, наверное. Даже в моей бебике. В моей бебике я перепутал чуть-чуть. Смотрите, вот такие колеска там. Пружины есть вроде, я не видел, просто забыл. Так, а нету их там вроде. Не понял. Ладно, потом это посмотрю и скажу вам. Давайте сейчас посмотрю. Так. Оказывается, ребятки, там нет пружин. Это нехорошо, блин. Создатели не постарались. Вот машина, кстати, может шататься, видите? Я ее шатаю. Звук еще издает. Типа она, смотрите, она едет по горе, бабка хаги-лаги, ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты. В чем суть машины? У нее, кстати, еще есть бензобак. Так он не открывается. Я попробую сейчас. Наверное, не откроется. Ебать. Вон такие. Походу, там, кстати, еще гвоздики есть. Спасибо создателям, то, что они сделали гвоздики. Что еще есть? Что еще есть? У нее фары еще вот здесь есть. Вот. Видите? Фарк. Видите? На этом багажнике стоит. Что еще здесь есть? Смотрите, вон что написано. Лада. Видите, вот. Короче, она неплохая. Яндекс.Гоу. Смотрите, вот здесь еще есть кондиционер. Вот он стоит. Дерночок самого ее. Ну и надпись, как она называется. Давайте ее подкатим сюда. Вот она. Блин. И вот она такая вот красоточка. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, а это видео кончилось.